Здесь без спроса ходят гости, здесь нет зависти и злости. Так можно сказать о жителях третьего дома. И если уж праздник отметить, то всем двором. Перед началом торжества жильцы охотно рассказали историю своего дома и его домочадцах. Я живу здесь давно. Сначала, как сами строили дом, заселились, по-моему, где-то в 6-м году. Ну что, соседи у нас прекрасные люди. Дом тоже стоит такой на отшибе, можно сказать. Непроходной двор. Очень нравится. Все друг друга знаем, все будем здороваемся. У нас двор прекрасный. И жители хорошие. Живем с самого начала. И еще благодаря нашей дворнике. Дворнике. Дворнички. Да, дворнички. Клавдия Васильевна, да. Это прекрасный труд. Жители добавляют, в строительстве многоэтажки каждый из них принимал непосредственное участие. Теперь живут здесь дружной семьей. Мы весь дом, это сами все, как от гвоздя и до всего почти, все сами все строили. Чего нам плохо-то? Мы же сами построили. Только одни стены нам дали, остальное мы сами строили. Да-да, понятно. И все двери и окна все вставляли сами, и все им делали. Кто нанимал, кого по возможности снял, кто. Большинство тут сами за себя. Сами щекотурили, сами мазали, сами все строили плотниками, столярами. Все мы умеем делать. Главное, считают жильцы, есть инициатор, а поддержать его они всегда рады. Все и хорошо. Наш двор один единственный, который, по-моему, десен в городе. Что здесь все устроено, все как культурно. Отдых культурный. По вечерам так и мужики наши растрясают животики. Жителях, нас жителей, можно сказать, обижаться нельзя. Все дружные, все как один. Что надо, куда, что, все зовут, то крикнут, все бегут. И каждый из тех, с кем мы беседовали, не хотел бы поменять место жительства. У организатора торжества в предпраздничной суете мало времени. Однако зачинщик всех дел выкроил минутку для беседы с нами. Ну, в течение года, когда мы что-то собираем тут делать, допустим, спортивную площадку, чтобы улучшили, достроить, ну, я просто объявляю, двоим-троим сказал, а остальные уже подключаются, выходят. А что красит, например, женщины тут активизм. В этот день в округе шли проливные дожди. Над третьим домом светило солнце. Наверное, потому, заметил глава города, что здесь живут хорошие люди, которые долго ждали этого праздника. Пару лет назад жители создали ТСЖ. Теперь их дом и двор можно поставить в пример. Спортивные площадки и стоянки для машин, фонари и клумбы, горки и катки и многое другое. Восточный философ сказал очень хорошую фразу, что можно дать человеку рыбу, и он будет сыт целый день, но лучше научить человека ловить рыбу, и тогда он будет сыт целую жизнь. Вот после того, как вы приняли способ управления ТСЖ, вы одни из немногих, кто научились работать, и научились работать именно во благо дома. И то, что сегодня мы видим, это именно благодаря заслугам Гасана Магомедовича, благодаря заслугам всех жителей вашего дома, потому что вы являетесь образцом. Не просто так, в 2009 году ваш дом занял первое место среди домов по благоустройству. Хочу сказать, что именно такие дома и вот проекты, которые мы реализуем, наверное, послужили поводом того, что позавчера состоялась комиссия при областной администрации, которая приняла решение о присвоении второго места городу Уварово по итогам социально-экономического развития. И мы уступили только городу Тамбову. Соответственно, город-победитель получит денежное вознаграждение, которое пойдет на благоустройство территории Уварова. Мэр от чистого сердца пожелал жителям дома оставаться такими же дружными, подавая пример другим уваровцам, и вручил Гасану Шахбанову нужный подарок. Эту кружку мы вручаем вам, как старейшине дома, для того, чтобы вот сегодня, после того, как закончится праздник, каждый житель дома, кто участвовал в благоустройстве, кто участвовал в общественной жизни дома, пригубил из этой кружки, и чтобы вот каждый глоток, он символизировал единение, и чтобы потом каждый из вас, каждый из жителей этого дома вот шел за вами как за настоящим лидером. Поздравляю. Сразу же перешли к церемонии награждения самых активных жильцов многоквартирного дома, среди которых оказались не только взрослые. Ну, у нас есть спортивная площадка. Вот обычно играем в футбол, волейбол. Вот, маленькие дети катаются на качелях, играют тоже. Песок.
источники. Все жители этого дома, проговорил Артем словами из песни, хорошие соседи и добрые друзья. С 1999 года в этой пятиэтажке живет замглавы города Валентина Кобзарь. В торжественной обстановке она отметила строителей, чья жизнь была связана с Уваровским химзаводом. Поздравила и поблагодарила присутствующих. Большое вам спасибо за то, что все вы такие слаженные, дружные, понимающие, за то, что вы на самом деле даже не на запах шашлыка, а по первой просьбе, по первому объявлению, по первому звонку выходите на все совместные мероприятия, будь то посадка деревьев или уборка территории. И будь то спортивные соревнования, которые сегодня каждый вечер проводятся здесь. Вот желаю впредь оставаться такими же дружными нашему дому процветания, так же, как и нашему городу. А каждому из вас счастья, благополучия в вашей личной жизни. На праздничном мероприятии чествовали многодетные семьи, поздравляли серебряных юбиляров. Затем гостей пригласили к столу, а веселая развлекательная программа продолжалась еще долго. Светлана Доровских, Варвара Павлова, «Наш город».